Друзья, приветствую всех вас на моем канале. С вами Александр Никулин. Сегодня приступил к работе над новой фигурой рептилии. Можно будет ее назвать ящером или просто большой ящерицей. В общем, кому как нравится, пускай так ее и обзывает. Видео будет разделено на несколько частей, а в этой серии буду трудиться над образом этой фигуры. А в последующих сериях будет детализация, мелкая работа и покраска. Сама рептилия – это всего лишь деталь одного проекта, который я еще готовлю. И если все срастется по моей задумке, то вскоре обязательно сделаю видео над этой работой. Фигурка довольно простая и несложная в изготовлении и будет выполнена из материала липа. А вырезать буду инструментом «Татьянка». Предварительно, прежде чем приступать к основной работе, набросал рисунок на 50-миллиметровую доску и по контуру обрезал деталь на лобзиковом станочке. Ну что, друзья, не буду вас томить долгими и ненужными комментариями, приступаю к резьбе, а вам желаю приятного просмотра.
что, друзья, на сегодня все. У кого возникли вопросы, оставляйте их в комментариях. Кто не подписан, подписывайтесь обязательно с колокольчиком, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Всем желаю счастья, удачи и крепкого здоровья. До новых встреч на канале.